Дамы и господа, с завтрашнего дня Кайф торжественно открывает свои двери для первых посетителей. Поэтому, если хотите первыми попробовать нашу авторскую кухню и авторские коктейли, и у вас есть деньги, что самое важное, вся информация здесь. До завтра. Господа, вы нахуй разъебали мне и Кайфу директ с просьбой забронировать столик. Я вам сразу говорю, брони на завтра не будет. Во-первых, мы хотим дать каждому человеку шанс зайти, покушать, посмотреть тут все и охуеть. Во-вторых, с таким количеством заявок мы просто не справимся. Но, если вы охуевшие и заряженные ребятки, вот на эту карту 100 тысяч кидайте, указывайте в комментарии номер телефона, я вам сам перезвоню, забронирую вам столик, а завтра вас встретят и проводят. А если нет денежек, будьте добры, и живая очередь. Ха. И да, я охуевший. Но и ресторан не хуже. Итак, держу вас в курсе, 15 минут прошло с историей, первый столик у нас забронирован. Сейчас будем звонить. О, и это получается, что... Добро пожаловать в Кайф! Тимур, здравствуйте! Рад приветствовать вас в Кайфе заочно. Собственно, столик первый ваш. Самый первый, да? Отлично. Где бы хотели присесть? Хотя, да дадим самый лучший. Господа, очень важное уточнение. Завтра в ночь, как клуб, мы не работаем. Весь день с 12 дня, пожалуйста, приходите, пробуйте кухоньку, коктейли, выпивайте с огромным кайфом. А большую тусу мы закатим позже, я обязательно о ней объявлю.